по лесу ходить, все тропинки надо знать. Чтоб машину получить, надо чеки собирать. Все купончики вами заполненные здесь находятся. Так, друзья мои, сейчас мы разыграем сертификат на сумму 5000 рублей. Да, хорошенечко покрутим. Ну, давай сама. Вот какое дело-то ответственное тебе сегодня досталось. Сама не ожидала. Ну что, моя рыбка, давай пошаримся. Подожди, сейчас сюда все скинем. Давай. Один. Как свернул-то кто-то любовно, аккуратненько. Итак, сертификат на сумму 5000 рублей достается Екатерине Васлевой. День рождения крестника и вот этот приз 5000. Мы приобретали печку для бани. И что мы еще приобретали? На много чего. Мы двери там, ну, от гвоздей и до... А еще не придумали, куда 5000 потратить? На детскую комнату. Прямо в тишине даже это делаем. Вы видели этого ребенка? Вот он, рука судьбы называется. Будете его потом полгода на своей машине катать. Так, да. Все вниз. Хорошенько, давай там поищи самого счастливого. Ну все, давай, не томи. Один. Ну вот, наконец-то в женской компании мужичок появился, слава богу. Итак, друзья мои, ну правильно все. Мужичок должен машину водить, а женщина за дорогой следить. Видите, как его зовут? Не плачь. Нам тоже опять не повезло. Итак, друзья мои, главный приз сегодняшнего розыгрыша — Volkswagen Polo Sedan — выигрывает купон под номером 9769. Чебыкин Олег! Давайте посмотрим в глаза этому счастливцу, где он? Чебыкин Олег! О, аплодисменты, друзья! Ну что, так мы тоже пока не верим. Давайте документы, сейчас все проверим. Так, чек ищем, сверяемся. Сначала, оп, лови его, лови! Ну что, ты встал-то, замер? Мы же не умерли, мы еще строить дальше будем. Итак, друзья мои, Чебыкин Олег. Видим, да? Номер 9769. О, прямо сразу в руках, да? Итак, друзья мои, действительно, без всякого обмана, сегодня Чебыкин Олег — обладатель седана. Аплодисменты ему! Олег, я понимаю, что вы в состоянии коматозном, но, может быть, два слова-то скажете? Я рад очень. Я дом построил с этим магазином свой. Начинал. Второй буду строить. Олег, а машина-то сейчас есть? Да. Смотрите, слушайте, хоть бы как инфаркт с мужиком не случился. Ну не волнуйтесь. Итак, Константин Дмитриевич, в торжественной обстановке вручаем нашему счастливчику ключи от автомобиля. Ура! Давай, Сомик! Ну праздник мне даже сейчас сложно говорить. Я думаю, раз в седьмой примерно седьмую машину мы дарим. Ну, ежегодно, чтобы людям зимой не так скучно было просто делать покупки, мы вот пытаемся разнообразить эту, ну, попытаемся устроить праздник с артистами, ну и с главным призом, конечно. Какие вы чувства испытываете, когда передаете ключи от машины? Ну, раньше как-то, возможно, я какие-то чувства испытывал, я уже сейчас, честно говоря, не очень помню. Но сейчас я как-то понимаю, что все это хорошо. Человек делал покупки, он, в общем-то, ну,
Ну, в общем, я как-то готов к этому. Я считаю, что это нормально, что это хорошо. Человек радуется. Мне, я в основном думаю, вот какие же вот человек-то чувства испытывает, когда получает. И вот некоторые же очень эмоциональные, а некоторые достаточно сдержанные. Ну и, конечно, очень хочется, очень приятно, когда люди ее не перепродают, а когда она им действительно нужна, когда они оставляют ее для себя любимого. Вы давно являетесь клиентом магазина сам? Да практически с самого начала, как он открылся. Еще тут отдел маленький был. То есть дом шайтанки мы построили. И вот с самым магазином строили этот дом. Какие чувства испытали, когда услышали свою фамилию? Я думал, упаду сейчас, не поверил. Да, мы уже столько лет. Мы все время играем. Вот как началась эта лотерея, с самого начала мы все играем, все надеемся. А сейчас уже стоим такие, ну все, наверное. Прямо надежда нас вот именно что не подвела. В конце-то уже мы подумали, наверное, не повезет. А когда объявили фамилию, так у меня до сих пор такое состояние. Даже руки трясутся, да? Вообще, да. Все трясется, не только руки. Я краем уха слышал, что вы собираетесь на жену машину оформить. Да. Счастливы? Очень. На права уже сдали? Да. Сдала. Как бы вот у нас еще дочь учится. Вот мы как бы планируем тоже дочери. Дочери подарок сделать. У нас есть машины. У нее у меня есть. Вот. Старенькие, но все равно машинки есть. А эту дочери. Обязательно будем разнообразить рутинную продажу строительных материалов или вообще любых материалов какими-то акциями. Ну вот, на мой взгляд, может быть, подарки автомобилей ежегодные как-то уже и, может быть, поднадоели. Может быть, мы придумаем что-то другое летом обязательно. Ну, даже уверен, что мы что-то летом обязательно придумаем интересное для покупателей. Уверен, что все найдут что-то для себя здесь.